Добрый день. Сегодня будем тестировать средства для ванной комнаты от Faberlic. В конце видео будут фотографии упаковки. Там вы можете подробно все рассмотреть в хорошем разрешении. Вот объем 500 мл. Давайте его откроем. Специально здесь сделал поярче свет в ванной. Будем отмывать, ну, сравнительно такую чистую ванну. Дозатора здесь не предусмотрено, что написано в инструкции. Перед использованием попробуйте средства на менее заметном участке. Равномерно нанесите средства на загрязненную поверхность и оставьте на 2-3 минуты. При сильных или застарелых загрязнениях оставьте не более чем на 5 минут. Затем обработайте щеткой или губкой, хорошо смойте водой. При необходимости повторите процедуру. Средства готовы к применению, разводить воду не требуется. Так. Давайте возьмем какую-нибудь тряпочку специальную. Будем наносить вот обычной такой вот губкой. Вот. Ой, ой, что ж такое жидкое-то? Ой, ужас какой. Жиж. Какой-то запах такой, но более знакомый. Так. Что-то про перчатки ничего там не было написано. Вообще, конечно, жидкое. Прямо скажем. О, какая жижа. То есть, вода водой. Соли добавить не догадались. Так, может, я внимательно читал, но про перчатки там ничего не написано. Может быть, его нужно было сболтать вначале. Либо оно там замерзло по дороге. Ну, реально, оно, конечно, какое-то жидковатое. Ну вот вы здесь вот видите разводы. Есть. То есть ванна относительно чистая, но все равно. Ну, значит, стоит данное средство 149 рублей. В общем, так как я консультантом зарегистрировался, мне сразу дали скидку 20%. Вот. И я ее воспользовался, соответственно. Но она действует при заказе только от 1000 рублей. Поэтому еще парочку стиральных порошков. Ну, конечно, расход не очень экономичный получается. То есть нужно, чтобы в губку впитывалось. И если случайно вдруг опрокинешь эту упаковку, то, конечно, все прольется тут же. Очень широкое как бы это основание. Вот, поэтому это не очень, как бы, на мой взгляд, эффективно. А вот я тут все мою. Мою, то есть все на одном кадрище снимается. Вот, давайте пока озвучу состав. Вода менее 5%, НПАФ на основе кокосового масла менее 5%, кислота метан сульфоновая, менее 5% кислота сульфаминовая, менее 5% кислота муравьиная, менее 5% кислота щавелевая, менее 5% кислота лимонная, менее 5% кислота гликолевая, гликолевый эфир, сантановая смола, душка. В общем, я чувствую, у меня еще и пилинг рук будет. Так, неудобно просто левый. Все это я сейчас с руки смою. Средство. И, наверное, надену перчатку. Чтобы это все было безопасно. У нас на этот случай есть перчатки. Средство реагирует. Извините, что в кадре никакого действия особого не видите, но тем не менее.
Так, теперь я позволю с другой стороны вам покажу, как все это выглядит. Вот. Запах что-то мне напоминает какое-то другое средство. Вот эти все известковые отложения, и на них я все наношу. Вот, отмываю ванну. Вот видите, здесь сколько грязи. Вот, подольше здесь оставлю средство, чтобы оно хорошенько все отмыло. Значит, вообще, конечно, если говорить про другую косметику, Берлик, то она, конечно, дорогая, и, допустим, при равных ценах, допустим, в Avon можно какой-нибудь гель для душа гораздо большего объема взять. Нет, то есть они немножко здесь обманывают. Ну, понятно, что вот эти средства бытовой химии от Faberlic, они без так называемых фосфатов, без таких вредных добавок. Ну, то есть достаточно неплохой имеет состав, но, конечно, дороже, чем те средства, которые вы покупаете в магазине. Вот, насчет экономичности это еще вопрос спорный. Вот. Так, вот здесь попробуем еще на этом самом душе. Ну, как бы сантехника немножко здесь подуставшая. Хорошая Hansgrohe. Вот. Так, это немножко рано. Вот, ну, может быть, даже отмывает. Стараюсь равномерно здесь везде разнести это средство по всей поверхности. Вот. Сейчас сделаю небольшую паузу и потом покажу вам результат. Еще то же самое проделаем для раковины. Давайте оценим результат. Вот что получилось. Ну, что-то очистило, что-то нет. Ну, тут, конечно, кран мог бы очистить это средство получше. Давайте сейчас перейдем к раковине. Вот я убрал с раковины все ненужные предметы. Вот давайте поближе посмотрим, какие на ней загрязнения. Есть такой вот мыльный развод, грязь, естественно, все вот эти отложения. Самые разнообразные. Вот. Какие-то пятна, потертости. Ну, вот сейчас все это будем отмывать. Значит, я нанес средство на поверхность и вот на пару минут оставил и сейчас буду смывать. Как мы уже поняли по ванной, что вот с этих кранов, таких эмалированных, хромированных, плохо отмывается. Вот. Но с других поверхностей тоже так среднее. То есть застарелые какие-то толстые пятна плохо отмывает данное средство от Faberlic. Ну, давайте посмотрим на результат. Вот это после того, как мы отмыли. Вот кое-где, конечно, еще
остались налеты. Вот здесь вокруг крана, вы видите, да, вот это вот отложение известковое. С самой поверхности крана так не очень хорошо вода стекает. То есть здесь в средстве нет таких смазывающих добавок, которые бы уменьшали такое скопление воды на поверхности. Водоотталкивающих добавок нету. Поэтому будут все равно пятна на сантехнике. Естественно, если у вас на поверхности какие-то изъяны, это средство, чистящее их, не нивелирует, да, то есть они все равно останутся. Средство такое достаточно агрессивное, вот у меня даже здесь перчатку порвалась, то ли разъела, то ли я так хорошо сильно оттирал. Вот, и некоторые пятна все равно не отмывает. Вот, приходится применять такую абразивную часть губки, чтобы это все оттереть. Потому что просто этим раствором каких-то кислот слабеньких не особо все это отмывает. В общем, спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите их. Вот. Это мой тест, первый опыт использования чистящих средств Faberlic. В следующем видео покажу вам результаты теста порошков Faberlic.